Наталья Исаева, уважаемые астраханцы, давайте еще раз поддержим аплодисментами всех участников, независимо традиционное, нетрадиционное. Ведь они сегодня создали этот праздник, этот замечательный праздник. И, конечно, пока члены жюри подводят итоги, мы приглашаем на сцену солиста творческого объединения «Голос Каспия», солистку Ольгу Светлову. Встречаем! Звездам она и на том расскажет о тебе лишь одно, как обычно покажет мне дорогу домой. Бухта радости моей, твоей верности, не хватает мне пути, твоей нежности. Бухта радости судьбой нарисована. Я забавлю печаль, не боясь шутя, мне дорогу рассказать.